Всякая война является бедствием для людей. В боях гибнут люди. Поле сражений – это ведь обычные поля, на которых во время войны гибнут посевы. Армию надо одевать, кормить, снабжать боеприпасами. Все это требует очень больших расходов. Но самое страшное из войн – гражданская, когда воюют между собой граждане одной страны. Одно дело, когда люди говорят на разных языках и верят в разных богов, и совсем другое, когда брат с оружием в руках идет на брата, отец на сына, друзья становятся врагами. В мировой истории известно множество гражданских войн. Были они и в Древнем Риме, и в Греции, и в средневековой Европе, и в Америке. В истории гражданская война расколола народ на белых и красных. Война шла с переменами успехом. На помощь белым пришли иностранные государства. Они ввели на территорию России свои войска. Это называется интервенцией. Но помощь интервентов оказалась недостаточной. Жесткая кровопролитная гражданская война, оборвавшая многие миллионы человеческих жизней, закончилась победой Красной Армии.